Всем привет! Меня зовут Алена. Очень рада, что вы заглянули на мой канал. Обычно говорю о том, что начинаю новую вышивальную неделю, но так как сейчас я уже не привязываюсь конкретно к календарным 7-дневным неделям, то просто в очередной раз начинаю вышивать. И в этот раз первым беру мой новый старт. Да, в прошлом видео вы увидели самое начало этого процесса. Набор «Слоны», золотая серия от Панны. И очень хорошо я в прошлый раз стартовала, полностью вышив один из четырех цветов, который используется для отшива травы. Крест, полукрест сделан, больше 500 крестиков получилось. Вышивка проходила очень легко, быстро и просто. Ну, собственно, что одним цветом, менять ничего не нужно, вышиваю одной иголочкой. Достаю сразу из органайзера, вот ничего не трогала, да, как все было в наборе. Сделано так, у меня нитки остались, достаю сразу целую пасму и спокойно ей отшиваю. Продолжу сейчас работу над этим процессом, буду заниматься дальше травой. У меня осталось еще три цвета, здесь уже будет только крест, собственно, расположены они все будут, ну вот в этом же месте, да, то есть все вот эти островки, которые есть, здесь еще добавятся три цвета, и, возможно, я даже сразу сделаю бэкстич. Я подумаю, мне кажется, да, можно будет сразу сделать и бэк. Что касается крестиков, их будет около, ну, больше, где-то чуть меньше 900, приблизительно, я уже точно там не стала рассчитывать, но плюс какие-то вот стежки еще бэка, так что давайте, наверное, так округлим до 1000, примерно такое количество крестиков я на работе отошью, полностью сделаю траву, и тогда уже вернусь и покажу вам готовый результат. Ну что ж, все, что хотела на данном этапе, я выполнила. Полностью закончила траву, все четыре цвета ниточки у меня ушли. Сделала также и бэк, но вы видите, здесь его совсем-совсем немного. Ну и, в общем-то, все. У меня теперь остались только сами слоники и вот этот сепийный пейзаж, да, тоже немножко там деревья, кусты и небо. Получилось у меня вышить 891 крестик, уложилось в 2 дня, чему очень-очень рада. И теперь у меня готово 15% от всей работы. Еще 8300 крестиков впереди, но опять же я продолжаю надеяться на то, что все будет достаточно быстро, потому что вышивается очень и очень легко. Насколько я помню, слоны, они будут еще проще вышиваться, чем эта трава, так что действительно рассчитываю на быстрый финиш. Плюс, я думаю, очень хорошо еще играет и тот факт, что я меняю основы, да, то есть до этой работы у меня был мой английский сэмплер, да, очень мелкий каунт, лен, вышивка в одну нить, здесь я сразу переключаюсь на Аиду, это 14 каунт в 2 нити, ну, то есть большие крестики, все достаточно легко и просто. Единственное, у меня несколько просела канва, не знаю, насколько вам это будет заметно на камере, но у меня вот здесь вот более четко уже видны места сгиба, да, ну вот эти, как канва была сложена в наборе, я ее никак перед вышивкой не обрабатывала, мне больше нравится делать это после, когда уже все вышито. Да, кстати, за бэк я ничуть не переживаю, во-первых, здесь нет каких-то очень уж длинных протяжек, ну и потом я всегда стараюсь, когда вышиваю, делать стежочки в раскол, они очень плотно и хорошо держатся. Ну, в общем, у меня проблем еще никогда с провисшим бэком не было. Буду поближе все, конечно же, показывать, посмотрите. Мне кажется, что травинки получились просто отличные. Что еще вам про это? А, начала, да, что немножко провисла канва, хотя вроде бы я все подтягивала, но как-то она вот в первоначальное состояние уже не возвращается. Тем не менее, я пока никакой натяжкой заниматься боковой не буду, мне действительно удобно и комфортно вышивать. Канва достаточно жесткая и никаких проблем вот с этим провисанием у меня не возникает. С ниточками тоже все замечательно, не путаются, не рвутся, узелки не завязываются, в общем, я всем-всем довольна. Пока с этим процессом я распрощаюсь, в следующий раз уже перейду к слоникам, точно так же буду вышивать по цветам. Я посмотрела, все отлично получается. Начну с того цвета, которым вышивается 900 с чем-то. Ну, в общем, самый большой, вот один из коричневых оттенков, которые будут в слонах, там 900 с чем-то крестиков. И посмотрите, потом они практически, этот цвет, он практически такой, ну, не контур, да, но общую картинку обрисовывает, в общем, от этого цвета потом будет очень легко отталкиваться и вышивать уже дальше какие-то крестики, поэтому по-прежнему ни разметку, ничего подобного я делать на этой работе не буду.
Вот сейчас поближе посмотрим на вышитый кусочек, а потом я перейду к следующему процессу, и я думаю, что вернусь обратно к своему английскому сэмплеру. Итак, мой английский сэмплер, этап, на котором я остановилась в прошлый раз, да, вышел вот этот потрясающе красивый букет. До сих пор пребываю в абсолютнейшем восторге от него. И перехожу к следующим элементам. Посмотрите, пожалуйста, еще раз на превью той части схемы, которая у меня есть. В этот раз я планирую работать с этим процессом до тех пор, пока не вышью все имеющиеся у меня элементы. То есть я сначала сделаю вазу. И потом по три элемента, да, одинаковые с каждой стороны. Это будет небольшая бабочка, ангел и цветочек. Чтобы, то есть я хочу уже полностью все дошить, сфотографировать. Если получится, конечно, еще в идеале было бы и поработать с боковыми вот этими рамочками. Да, потому что, давайте я немножко постараюсь подвинуть вот так, чтобы вам было видно, вот, что у меня рамочка заканчивается достаточно высоко, не рамочка, а бордюр, да, и нужно будет его, конечно же, в идеале продолжить, но самое главное мне справиться с основными элементами схемы, чтобы можно было сделать фотографию, отправить ее и получить уже какое-то количество следующих этапов. Ни на какие другие процессы я переключаться не буду, пока работаю с этим сэмплером, и да. С большим удовольствием приступаю после 14 Аида, я думаю, будет отлично. Пришло время посмотреть, как изменилась эта работа. Я наконец-то выполнила все те элементы, которые запланировала. Собственно, я дошила все части схемы, да, все, что у меня было, оно готово. Честно говоря, сейчас мне очень хотелось еще раз с вами поздороваться, потому что с момента съемки предыдущего кусочка прошла целая неделя. Я совершенно этого не планировала, конечно же, думала, что 3-4 дня у меня уйдет на работу с этим процессом, но на самом деле так и получилось, просто несколько дней у меня были совершенно невышивальные по независящим от меня обстоятельствам, так что, да, пришлось мне несколько подзадержаться. Тем не менее, результатами вышитыми я очень и очень довольна. 3152 крестика, я считаю, что это просто замечательная скорость. Это и за неделю было бы классно, а так как вышивала я на несколько дней меньше, то это еще лучше. Да, я в плане темпа собой в этот раз очень и очень довольна. Не могу сказать, вот, знаете, не помню, не отметила сразу, не могу поэтому посчитать, сколько же конкретно дней у меня ушло, ну, либо 4, либо 5, сага говорит, что 5, но я не всегда корректно отмечаю вышитые крестики именно относительно дней, в которых их вышиваю, потому что, когда есть такие маленькие, четко обозначенные элементы, мне гораздо проще целиком вышить элемент и потом уже полностью весь в схеме его отметить, да, чем какие-то вот кусочками там закрашивать, поэтому не всегда, в данном случае не всегда у меня прогресс в саге соответствует именно четко тем дням, когда я вышиваю, но да, с другой стороны, какая разница, да, общее количество есть, оно посчитано, я им еще раз скажу, безумно довольна, и не будем вдаваться в детали, в подробности, сколько там по факту дней ушло. Единственный момент, который я точно помню, это на вышивку вот этой вазы у меня ушел день. Это был первый день как раз, который я, в общем-то, могла посвятить этой работе, решила начать с вазы. Очень удачно сложились все обстоятельства домашние, и я могла вышивать, ну, фактически целый день. Ну, понятно, что там и поесть, и побыть с семьей, и каких-то таких, ну, бытовых дел, никто их не отменял, но глобального ничего не было. Я не помню, по-моему, была плохая погода, мы даже никуда не выходили на прогулку, но не суть. Важно то, что я действительно вышивала весь день. Я вышила полностью темно-коричневый цвет, вот всю вот эту вазу. Единственное, что на следующее утро я
немножко вот здесь внизу, если вам, ну, я думаю, что на ближних кадрах точно было видно, вот здесь в нижней части используется еще один светло-коричневый оттенок. Вот его я уже дошивала ранним утром следующего дня, но это совсем быстро, там немного было крестиков. Так вот, я помню свои ощущения от того, что я эту вазу шью. Ну, целый день сижу, шью, и никак я эту вазу не могла дошить. Думаю, да что ж такое-то, неужели у меня такая не совсем какая-то черепашья скорость? Но потом уже как раз-таки на утро следующего дня, когда я все отметила, наконец-то, да, всю эту вазу закрасила и увидела, что на нее ушло 1500 крестиков, да, вот на одну эту вазу, которая кажется такой маленькой вообще в этой работе, все кажется маленьким из-за мелкого каунта ткани, я тогда думаю, нет, я не буду себя ругать, я буду себя хвалить, считайте, за... Ну, пусть будет полтора, да, за полтора дня 1500 крестиков. Это просто был супер результат. Я собой очень и очень довольна. Ну, вот как раз-таки потом, после такого активного рывка, пришлось на несколько дней с работы расстаться, но на данный момент уже не важно. Я закончила все, что хотела. Молодец. Я уже отправила в группу свои результаты, так что буду сейчас ждать, какой же мне этап достанется следующий. Не знаю, один или, может быть, как и в предыдущий раз, сразу несколько. Ну, да. Еще, конечно, момент, который невозможно не упомянуть, да. Сейчас забыла посмотреть в сагу, сколько же я там в слонах-то вышила. Ну, явно не 3000, да, хотя я вам рассказывала, и вам, наверное, большей частью себе, да, красивую сказку о том, что у меня основной процесс теперь слоны, а этот центр я буду вышивать по чуть-чуть, но вот что называется, сравните, да, по факту 3000 здесь и сколько там, ну, 1000, не помню уже, сколько у меня получилось в слонах, так что в следующий раз нужно будет все-таки взять себя в руки и сменить приоритеты, по большей части переключиться действительно на слонов. Но я вот не могу бросить на полдороги, понимаете, когда такой уже, кажется, ну, небольшой кусочек остался. Понятно, если бы у меня была вся схема целиком, то ты можешь в любой момент остановиться, какой-то элемент дошила и спокойно переключаешься на другую работу. Но здесь, когда у меня есть вот этот конец этапа, и я вижу, что он очень близок, и осталось здесь всего, я думаю, ну, там, ну, малюсенькие какие-то элементы, ну, как же я это брошу? Вот я тот человек, который, знаете, незавершенные какие-то дела или что-то, оно меня вот прям иногда гнетет. Хотя, с другой стороны, все начатые мои процессы, они меня совершенно никак не расстраивают. Нужно будет провести, наверное, ревизию к концу года, посмотреть вообще, что у меня там есть, может быть, сделаем это вместе с вами. Так, но сейчас мы переключимся на третью работу. Да, я себе, по-моему, в начале видео я вам планы никакие не озвучивала. Вот серьезно, минус такой длительной записи в том, что я абсолютно уже забыла о том, что там было неделю назад или даже больше, когда я там слонов начинала вышивать. Вот я не помню, озвучивала ли я вам свои планы, но имела их в виду, и покажу сейчас третью работу, которую тоже хочу повышивать, хотя бы немножко, хотя я уже боюсь загадывать, немножко, не немножко, вы знаете, как рука возьмет, так и будем вышивать. Thank you.
Но прежде чем переходить к следующему процессу, хочу буквально вот в нескольких словах выразить свои восторги по поводу того, как прошел день рождения у родителей. Ну, конечно, не столько будем говорить о самом дне рождения, да, мне просто хочется поделиться с вами эмоциями от того, как они приняли мои подарки. Вы помните, да, конечно же, две большие вышитые работы. Наверное, знаете, это был, ну, я не могу сказать, что первый, там, и последний какой-то раз, да, когда я что-то вышиваю в подарок. Самая первая работа, это, наверное, была вот маленькая лошадка, которую я вышивала. Но, понимаете, помните, да, вот жар птицы на пластике, такая с красивой фиолетово-розовой гривой. Там дело не столько было в том, что я хочу сделать подарок, да, я эту лошадку вышила для своей племяшки. Мне просто очень хотелось эта лошадь, мне очень хотелось ее вышить, но куда ее потом пристроить, ну, вообще никак, не как игрушка моим ребятам она была неинтересна. На елку не повесишь, никуда не денешь, а тут только хорошо, есть племяшка, которой можно эту вещь подарить. То есть, ну, можно сказать так, я все-таки вышивала именно ради собственного удовольствия, ну, а подарок он уже, так, это было дополнение, я уж не помню, на какой это был праздник, просто дополнение какому-то подарку. Я удовольствие получила в процессе вышивки, но надеюсь, что племяшка тоже с ней как-то хотя бы немножко там поиграла. Но такой вот прям подарок-подарок, да, который я тем более так долго готовила, так старалась, мне вот очень хотелось, чтобы что-то было на память у родителей обо мне, да, хотя мы никуда не собираемся ни уезжать, ни разъезжаться, они живут, очень здорово, что они живут буквально в пешей доступности, там, 10 минут пешком, и можно уже прийти к ним в гости, мы очень часто видимся, но все равно вот какую-то такую, не знаю, частичку себя хотелось оставить, тем более, что родители все-таки любят. Ну, понятно, любой родитель любит поделки, да, грубо говоря, своего ребенка, но мне очень приятно, что, представляете, до сих пор, вот сколько лет, я не буду сейчас считать, сколько лет прошло с момента окончания школы, ну, достаточно много, да, вы прекрасно понимаете, они не просто хранят, а они до сих пор используют доски разделочные, которые я расписывала, я не вспомню, какой это был класс, 8-й, может быть, 9-й, ну, то есть было где-то вот ближе уже именно к выпускным классам, туда, к старшей школе у нас был, ну, на уроке трудов мы там какой-то, я даже не помню, как называется вот этот стиль росписи, да, мы расписывали разные там, кто что хотел, кто мог купить какую-то там деревянную заготовку, ну, вот кто не хотел, тот просто на листочках рисовал, а тогда родители, вот мама сказала, ой, смотри, там, ну, у нас, вы знаете, наверное, в небольших городках бывают такие стихийные, ну, сейчас уже практически нет, а раньше были, когда, ну, там, кто там, бабушка носочки вяжет, да, сидит, продает. Вот у нас было одно время, несколько лет, вот на одном и том же месте, все время дедушка такой же очень старенький, столик свой раскладывал и продавал там вот деревянные какие-то заготовки всевозможные. Он их, наверное, там сам делал, как-то не знаю. И вот там мама случайно купила, ну, то, что случайно, нужна была разделочная доска, она увидела, что они есть там, как бы и дедушке приятно, да, ему как какой-то заработок, и совершенно чистые, необработанные были, ну, не покрашенные, лаком не покрытые досочки, она мне их отдала, говорит, давай ты вот что-нибудь там распишешь, я, соответственно, их сдала, да, как работу, какая-то там была зачетная работа по этой технике рисования на уроке труда в школе, и они до сих пор, вот сколько лет уже прошло, а доски очень толстые, они действительно, они еще, я не знаю, лет 50 точно прослужат, и вот до сих пор ими родители пользуются, а я это очень люблю, когда вот все, знаете, не просто так пыль собирает, да, какие-то подарки, а действительно используются. Ну, понятное дело, что картинами моими они пользоваться не будут, да, возвращаемся, то, что я унесла совершенно в другую степь, но я на этой неделе в этих двух неделях как-то вообще очень редко мало снимаю, это навык очень быстро утрачивается. Так вот, конечно, понятно, они картинами моими никак там пользоваться не будут, они просто для украшения будут, и пока, кстати, да, они будут украшать именно бабушкину комнату. Ну, потому что ремонт. Я вот, к сожалению, не могу вам ничего показать, потому что, ну, красиво не снять, сам процесс там вручения подарков тоже, ну, к тому же родители стесняются, все вот это на камеру, вы понимаете, не особо дети там скачущие вокруг, срывающие быстрее-быстрее эту обертку, но было, конечно, классно. Вот, у меня почему-то есть такие предположения, что как-то увидев, ну, свертки, да, не свертки, а упаковку, как-то, ну, по крайней мере, мама сразу догадалась, что это может быть, да, так-то, конечно, я все это от нее прятала старательно и не показывала, но да, и обе работы пока повесили к бабушке в комнату, к маме в комнату, потому что она дальше находится от ремонта, да, вот это так постепенно расползается, распространяется по квартире, и вот кабинет, ну, в общем, комната, куда может,
куда планировали повесить орла, да, дедушкина комната, она вот ближе как раз к ремонту, поэтому туда пока решили ничего не вешать. Так что теперь бабушка любуется на обе работы. И что самое интересное, оказывается, в ту комнату уже подобрали обои. Ну как, еще не купили, но уже вот присмотрела бабушка одни обои. И они очень здорово попадают в цвет паспарту. То есть, представляете, я вот совершенно, да, не думая об интерьере, потому что, во-первых, непонятно, куда повесят. Во-вторых, этот самый пресловутый ремонт я вообще не представляю, да, как будет выглядеть в конце концов квартира. Я просто знала, что вот там у дедушки темный письменный стол из темного дерева, он 100% не будет его менять, да, и там вот поэтому рама она была, но она и к картине подходила. И, соответственно, тюльпаны я оформляла, вот просто подбирала оформление к самой картине, я совершенно не думала и ничего не знала об интерьере, который там будет, но, как оказалось, видите, даже такое совпадение, что в тон обоев попали. И вроде бы даже какие-то там должны быть небольшие розовые цветочки на таком вот салатово-оливковом каком-то ненавязчивом фоне. Ну, посмотрим. Я думаю, что когда-нибудь-то ремонт закончится, и я уже смогу сходить в гости, и, ну, именно с той целью, чтобы снять и показать вам, как эти работы вписались в интерьер. Вот. Больше я ничего родителям вышивать не собираюсь, но как-то не планирую, да, если вдруг, конечно, они изъявят какое-то желание туда. Вот, ну вот мне хотелось именно такой вот момент сделать, потому что все равно я считаю, что рукодельный подарок любой, неважно, вы там вышиваете, вяжете, делаете куколок, вот любое ваше рукоделие, дарить его стоит вообще лучше именно рукодельным подругам, тем людям, которые могут действительно все это оценить, потому что, ну, либо вот, да, знать 100%, быть уверенной, что человек, которому дарите эту работу, пусть даже он сам не занимается рукоделием, он может оценить, потому что, ну, у очень многих людей к рукодельным каким-то подаркам, ну, такое, знаете, двоякое отношение. Я вспомнилась еще одна подходящая к этой теме история. История, собственно, из биографии Мэрилин Ливинг и Блум, автора всеми любимых схем «Lavender and Lace», «Butternut Road», «Tolden and Garden». И был у нее в биографии такой факт, что я вот, к сожалению, только не помню, было ли вызвано это нехватком денег просто, да, в какой-то, на каком-то этапе ее жизни, или это просто было ее желание, но факт точно такой, вот просто вспомнила только что, нет, сейчас не могу никуда посмотреть и поискать, уточнить этот момент. В общем, одним словом, она дарила, ну, кому-то там в подарки, кому нужно было дарить, собственно, ручно нарисованные открытки. Она очень красиво рисовала, она все это оформляла, дарила, а люди потом все эти открытки выкидывали в мусор. Ну, не все, но она сама рассказывала, что, говорит, да, знала такие случаи, выкидывали потом просто в мусор, думали, что, ну, покупная какая-то открыточка, да, там очередная, выкинули и все. То есть, ну, не всегда и не все ценят ручной труд, поэтому я думаю, что всегда нужно быть очень внимательным, да, к тому человеку, которого вы хотите облагодетельствовать, да, кого вы хотите порадовать своим каким-то рукодельным творением. Все, давайте я заканчиваю болтать, хотела на пару минут, но видите, как зацепилось одно за другое, и давайте же смотреть скорее на то, какую третью работу я для себя сейчас взяла. И этим процессом будет у меня пугало. Да-да, тот самый любимый, один из любимых процессов последнего времени. И знаете, что-то как-то я так решила поторопиться с его завершением, потому что был он у меня исключительно осенний, по крайней мере, по чувству, да, по настроению, которое вызывал, а за окном-то у нас уже зима. Как обычно, неожиданно, да, в нашей полосе. В конце ноября, ну не в конец, ладно, сейчас середина, да, в середине ноября уже пытается ложиться снег, конечно, еще до полного укрытия далеко, но, знаете, тем не менее, в каких-то уже, я не могу сказать, что он растаивает у нас абсолютно и полностью за день, нет, кое-где уже такие небольшие даже сугробики успевает намести, и мне очень хочется эту работу быстрее закончить, потому что как-то в зиму я ее вот совершенно сейчас не представляю. Хотя не являюсь такой абсолютно, знаете ли, сезонной вышивальщицей, чтобы зимой только зиму, там летом только лето. Нет, я Эдит Морозов, летом шью, вообще все прекрасно. Но вот почему-то конкретно с этим процессом мне как-то не хотелось бы его... Ну, действительно, не хотелось бы вышивать его совсем уже зимой в снегах. И дело не только в том, что мне хочется быстрее финиша, да, мне хочется вот финиш пока еще, ну, хоть какой-то намек на осень за окном есть. У меня к тому же здесь готова уже практически половина, там, знаете, получается 49,
Ой, ну 49,7 где-то так процентов. То есть действительно я близка к завершению. Вся верхняя часть у меня уже готова. Здесь превью рядышком лежит. Я думаю, что вы видите. Вот полностью, да, все, что выше края вот этой рубашки у меня вышито. Остался только бэк наверху, но пока я его делать не буду, пока не закончу самого пугала. То есть бэк здесь как бы делится на две такие части. Одна часть — это именно то, что вот захватывает самого пугала с птичкой. И вторая часть здесь немножко уже будет вот, ну, в поле, да, в этих растениях. Поэтому завершу сначала пугало вместе с ботиночками. И, наверное, может, не выполню. В общем, не знаю, буду ли делать этот столб или нет, потому что, в принципе, он здесь на бэк никак не завязан, но он вышивается теми же цветами, что и ботинки, поэтому я думаю, что сразу вместе все и вышью. В общем, доделаю вот эту часть, и тогда сделаю наверху бэк, чтобы у меня потом не оставалось все целиком. И, может быть, кстати, это и будет вот этой частью. Не знаю, посмотрим. Что касается крестиков, всего вообще на всю работу мне осталось 3,5. Ну, как обычно, с одной стороны мало, с другой стороны и не очень. Подумаю, пока в планах есть вот эта вот нижняя часть пугала и бэк сверху. Ну, уж там как повезет, но я, честно, буду стараться держать как-то себя в руках, все-таки ограничиться именно этим, чтобы побыстрее начать следующий, да, как бы вышивальный этап такой опять. Вернусь к слонам и буду уже вышивать их, потому что хочется завершить слонов и хочется скорее начать Санту от Lavender & Lace. Ну, не начать, а продолжить. Ну, посмотрим, будем все с вами по мере поступления, да, решать все вопросы. И опять-таки, я как всегда говорю, думаю одно, а потом может все случиться совершенно-совершенно по-иному. Но знаете, о чем я недавно подумала? Что вот хобби — это как раз то прекрасное, как сказать-то, дело, да, или место, где нарушенные планы, они, в общем-то, не ведут ни к каким, ни к трагедиям, ни к, не знаю, никто за это не будет корить или ругать, так что, ну, нарушила, и ладно, планы строить нравится, поэтому почему бы и нет. Выполняешь, ну, здорово, что выполнила, не выполнила или вообще в какую-то другую степь ушла, ну, тоже, как бы, тоже хорошо. Вот, поэтому давайте я принимаюсь за вышивку пугала и посмотрим, сколько времени у меня это все займет. Итак, план выполнен. Все, что я хотела, я на этот момент сделала. Результатами очень довольна. Вышила 1289 крестиков, и на все про все у меня ушло 3 дня. Достаточно хороший темп, так что да, все удачно. Низ пугала полностью готов, ноги, ботинки, вот этот шест, на котором он держится. Я, честно говоря, немножко переживала, что придется все-таки пяльцы сдвигать, но нет, опять-таки прям ровно-ровно, посмотрите, вот самый-самый краешек здесь уперлась, но все дошила, так что внизу теперь осталась уже только трава, ну, кукурузное вот это поле, подсолнух, да, что у меня, ну, давайте у меня превью недалеко, что там осталось, да, кукурузы, подсолнухи, то есть вот это вот. Вся вот эта часть. Немало, конечно. Не помню, сколько. Давайте сейчас глянем, сколько там останется. А, 2200. Ну, ничего. Я думаю, справимся. Ну, конечно, справимся, да. Куда же мы денемся? Так, здесь у меня были кресты, полукресты и бэк. Бэк получился в основном в два цвета. Все в одну нитку. Темный и светло-коричневый. И совсем немножко здесь вы видите ярко-желтые стежки, которые... Ну, сено, наверное, да, имитирует торчащее у него из кармана. Обязательно поближе все посмотрим. Получается так здорово. Я очень-очень довольна, особенно его мордашкой. Ну, по-моему, это просто прелесть получается. Но мне кажется, это уже достаточно старенький сюжет, но, по-моему, довольно-таки неизбитый. Я его не часто встречаю. Замечательное пугало, просто супер. Я думаю, что в осеннем интерьере он будет смотреться очень и очень здорово. С удовольствием, опять же, повышивала шерстяными нитками, особенно сейчас, когда холодно, это приятно вдвойне. Единственное, я как-то ожидала, не знаю, не рассматривала, наверное, внимательно ни схему, ни превью, но мне казалось, что что-нибудь бы на птичках бы побольше, как-то бэка немножко хотелось бы хотя бы там глаза или клювики, а у них на самом деле нет ничего. То есть есть только вот эта вот ниточка, да, которую они как бы из шляпы у него вытащили, и лапки. И у одной, и у другой птички. Все. Ни клювики, ни глаза, ни крылья никак больше не очерчивались. И
Но как-то, знаете, вот если концентрироваться именно на них, то есть смотреть на птичку, мне вот чуть-чуть не хватает. Посмотрите обязательно на кадрах, которые будут поближе. Мне бы вот, я даже не могу сказать, что, но как-то хотелось бы немножко их побольше очертить. Хотя, конечно же, если смотреть даже не то, чтобы чуть издалека, но если как главный объект своего любования, да, выбирать именно пугало, смотреть на его, допустим, лицо, то, конечно же, птички, они действительно где-то там на периферии. Да, видно, что это синички, да, это птица, а не кто-то еще и другой, но как-то не знаю, я ждала чуть больше в них детализации. В остальном все, конечно, прекрасно. Ну, были и длинные стежки, и короткие, ну, какой-то, в общем, особенной сложности бэк не вызвал. Вы знаете, у меня получилось в крестиках что-то около, там, 700 с каким-то хвостом, а бэк весь потянул на 500 крестиков, то есть его, кажется, как бы и немного, но, тем не менее, вот целый вышивальный день у меня на него ушел. Ну, день и утро буквально, вот чуть-чуть я сегодня доделывала. Еще хотела показать вам с планшетки, ну, собственно, вы помните, да, я не делала никаких дополнительных органайзеров, все так и вышиваю, и вот очень удачно у меня здесь внизу оставалось 3 пустых таких места. Я сюда, как видите, закрепляю остатки от блендов, ничего подписывать не нужно, но их и перепутать тут невозможно, собственно, не такая схема, чтобы там в оттенках где-то путаться. Замечательно, удобно, они не сильно длинные, мне это все не мешает, и даже где у меня вот даже в основных цветах, когда получаются какие-то остаточки, я тоже их креплю, по-моему, все здорово. Для таких небольших работ замечательно, я именно для работы шерстью вот такие планшетки люблю, ничем особым, никакой организации заморачиваться не нужно. Ну и опять же, здесь достаточно легкая схема, цвета во многом сконцентрированы как бы большими группами, вышивается одной иголкой, хотя я это не люблю. Я на самом деле люблю много иголок, но вот здесь, ну, одна иголка обычная и одна для бэка, все прекрасно. Я обхожусь, никаких дополнительных инструментов мне не нужно. Так что этой работой я очень-очень довольна. Как продолжаю надеяться на довольно-таки скорый финиш. Давайте поговорим сейчас в целом, сколько у меня, ну, 2 недели, практически 2 недели получилось. Да, общими результатами я очень довольна. 5332 крестика, специально вот сейчас все подняла, все свои записи пересчитала. Да, это, конечно, хорошо. Немножко мне сейчас кажется нелогичным их распределение по 3 процессам, да, у меня были слоны, английский сэмблер и это пугало, и те самые слоны, которые я уже вам об этом сказала, да, и не раз, которые должны быть основным процессом, почему-то им досталось меньше всего 891 крестик. Ну, как-то немножко грустно по сравнению с теми же самыми 3000 с хвостом, да, которые я не потратила, да, которые я вышила на английском сэмплере. Так что на будущее, сколько там недели, да, или что у нас получится, в общем, на очередной такой вышивальный круг этих процессов я буду очень строго следить сама за собой, да. Одно дело — это такое сиюминутное желание, когда хочется здесь закончить, здесь и там повышивать, а другое, что все-таки уже я действительно очень хочу закончить этих слонов, нужно как-то
сконцентрироваться именно на них. Так что буду стараться вышивать. Хотя вот я уже получила следующий этап английского сэмплера. Посмотрите, какая там красота. У меня это сентябрь. То есть если был май, то теперь у меня 6, 7, 8, 9. За 4 месяца. Да, мне добавились сразу 4 этапа. Красота, конечно, неимоверная. Но буду изо всех сил стараться на больше времени все-таки уделить именно слонам. Но это все будет у нас уже в следующий раз. Плюс должны быть несколько съемок, которые у меня, к сожалению, вот на той неделе не случились, да, но раз я и вышивать-то с трудом успевала, то, конечно, уже было не до съемок, хотя показать вам хочется, потому что вовсю у меня идет подготовка к марафону оформленных работ, осталось еще немножко просто докупить, я уже заказала, жду, когда придут необходимые для оформления материалы, а перед тем, как начинать, да, наше оформление, наше, мое, перед тем, как я начну оформлять работы, вы помните, что я хотела и вам показать, и сама пересмотреть все работы, все свои вышитые, неоформленные работы, так что нужно обязательно этим заняться. Я думаю, что будет интересно и мне, и вам. Ну, на этой такой веселой ноте давайте видео будем заканчивать. Большое спасибо вам всем за просмотр. Спасибо всегда за комментарии, которые вы оставляете. Очень приятно читать, очень нравится с вами общаться. И до встречи в следующий раз. Пока!